Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики без модов, где сегодня мы будем рассматривать, во-первых, как найти себе девушку, как на ней пожениться, как родить много детей и также просто-напросто как обзавестись семьей. И это все вы сможете сделать в ванильном Майнкрафте без модов. Поэтому, ребята, не поленитесь поставить лайк. За каждый лайк я вам скажу большое спасибо. А чем быстрее мы сможем набрать 2500 лайков, тем быстрее будет новая серия. Я верю в вас, ребята, то, что мы сможем набрать чем можно быстрее. Потому что чем быстрее наберем, тем быстрее выйдет новое видео. Не забываем подписываться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Я буду очень сильно этому рад. Поэтому, ребята, я прошу на меня потратить всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. Это не так-то сложно, это не займет много времени, но за это я вам скажу большое спасибо и выпущу новое видео как можно быстрее. Тянуть мы больше не будем и приступаем к самому видео. Ну что, ребята, сейчас мы будем сразу же приступать к самой команде и рассмотрим, что она сможет добавить в наш ванильный мир Майнкрафта. Но перед этим, ребята, я бы очень хотел извиниться за то, что если я буду кашлять или сморкать или многое другое в этой серии, просто хотел бы извиниться заранее, потому что я реально заболел, у меня и температура, и насморк, и многое другое, горло болит, я еле разговариваю, и каждую секунду меня просто... ревет на то, чтобы выкашлять все, что у меня есть в легких. Но все же, ребята, я извиняюсь заранее, честно. Я хоть и болею, но все же я записываю для вас новую серию. Как видите, у меня даже цвет кожи какой-то нереально красный. Не знаю, из-за чего это связано. Может, тоже температура высокая. Но все же, ребята, я для вас записываю новое видео. Поэтому прошу прощения. Но будем сразу же приступать к самой команде. Что нам нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Выдается он с помощью вот такой команды. Сейчас вы ее видите в чат. Поэтому, ребята, делайте скриншоты, бегайте за маминым телефоном и просто делайте фотографию, записывайте, делайте что хотите, но не спрашивайте меня, как выдавать себе командный блок. Вот так, ребята, вот так себе его нужно выдать. Выдаем и ставим его на землю, допустим, вот сюда. Потом вписываем команду, ссылочка на которую уже находится в описании. Вы можете зайти, скопировать и установить ее в свой ванильный мир Майнкрафта. Нажимаем тут всегда активно и нажимаем ОК. То есть, как вы видите, все у нас отлично работает. Но сейчас в чат у нас появляется вот такая ссылочка. На нее нужно нажать и перейти еще на сайт, где мы скопируем вторую часть команды. Что, в принципе, сейчас мы это и сделаем. Ну вот, ребята, я ее скопировал. Вам нужно ее вписать вот сюда, в этот же командный блок. Опять написать активно. И вписали, все замечательно, и сейчас полностью все было установлено. То есть жена, дети, я не знаю, работа и многое другое были установлены в ваш ванильный мир Майнкрафт. Поэтому, ребята, вы сейчас можете позабавиться чем-то, потому что как же дети на свет появляются, как не с помощью жены, да? Вы поняли, ребята, что я имею в виду. Но что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно сделать обручальное кольцо. Без обручального кольца вы вообще никак не сможете пожениться. Поэтому, ребята, что нам нужно и какие предметы нам для этого нужны? Во-первых, золотой слиток и также Nether Star. Нажму-ка я на паузу, выкашляюсь, а то сейчас дурею, честно. Извиняюсь, ребята, просто реально фигово. Но все же, мы выкидываем золотой слиток и Nether Star, и ух, как много у нас любви. И смотри, что у нас получилось. Получилось обручальное кольцо. Что тут написано? Кинуть в зомби. То есть наша жена или муж, если тут есть девочки или гомосеки, то в принципе нам нужно заспавнить зомби. Но в первую очередь давайте включим ночь для того, чтобы зомби не сгорел. Я включил? Да, замечательно. Пишем спавн зомби и вот так, ребята. Замечательно, у нас, в принципе, нормально, поэтому... Ну что, ребята, будешь моей женой, я стою на колени, делаю тебе предложение. Зомбарь, будь моей женой, и кидаю тебе прям в... Я промахнулся. Какой-то муж у тебя будущий, какой-то мазила нафиг кинул. Женушка ты моя будущая, пожалуйста, прими, или ты... Я думал, она мне отказала, не может быть. Ну что, ребята, тут у нас написано, сейчас ты... поженился, и выбери, кого ты хочешь. Быть гомосеком, ну, в принципе, мужа, ну, или, конечно, если вы, ты девушка, или женщину, да? Так, female added, wife, то есть тут написано то, что это наша жена. Какая няшная, какая милая. Сейчас можем включить уже день, потому что зомби больше не будет гореть. Ну, в принципе, зомби, а на самом деле это наша жена. Но, как вы видите, жена у нас очень красивая, прям... Ах, супермодель какая-то, я прям честно не могу. В принципе, это все, это наша женушка, она будет ходить с вами, она будет с вами жить, и все. Жизнь удалась. Первая брачная ночь? Может, даже будет. Может, даже сегодня. О, уже? Ну, давай.
Но, как видите, женушка за нами ходит, и, в принципе, все нормально. Ребята, перед тем, как мы приступим к следующим частям этой команды, знаете, что я бы хотел попросить? Я хочу попросить в каждом видео, но я всегда забываю. Ребята, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Я там буду выпускать как можно чаще новостей, буду даже делать какие-то фотки со своей реальной жизни, просто там постить. Заходите в альбомы в группе ВКонтакте, скидывайте ваши скриншоты, ваши селфи в Майнкрафте, делайте мне арты, делайте мне селфи и многое другое. Самые лучшие арты, селфи, мемы про меня я буду выкладывать в группе ВКонтакте на стенку или даже может показывать видео. Поэтому, ребята, подписывайтесь, я буду очень сильно этому рад, просто-напросто будете следить за новостями, я там всегда делаю посты, когда выходит новое видео и многое другое. Поэтому, ребята, не забудьте. Ну, ладно, давайте... Об этом поговорим в следующей серии, если я опять не забуду. Что нам нужно сделать, чтобы просто-напросто дальше развивать нашу жизнь? Нам нужно поспать, как бы это странно ни звучало, нам нужно поспать. А для того, чтобы поспать, как обычно, нам нужна кровать. Давайте поставим двойную кровать. Поставим, ребята, двойную кровать, если вы понимаете, о чем я. Да, женушка, ты понимаешь, о чем я? И давайте пропишем опять time set night. Вот так, пропишем ночь. Я сказал ночь, и ляжем спать. Круто, мою жену считают за монстра. Чуваки, это не монстр, это моя жена, дайте мне поспать, пожалуйста. Ладно, может жена настолько страшная, то что ее считают монстром. Хрен его знает, но все же, ребята, зачем нам нужно спать и что нам это дает? Давайте проснемся и посмотрим, что же нам это дает. Ни хрена нам это не дает, к сожалению, да? Вот сейчас дало, когда я опять поспал, ребята. Я был просто в креативном режиме. Нужно выйти из креативного режима. То есть, как только вы ложитесь спать... Я сейчас опять включу ночь, вот смотрите. Как только вы ложитесь спать, вам дает один алмаз. То есть, вы сейчас мне... значит, это может не каждый раз дает. А может только... вот видите, сейчас дало. То есть, что дает нам алмаз? Алмаз нам дает деньги. То есть, это деньги на вашу жизнь, на ваше проживание, многое другое. Обнимашки? Жена. Ладно. Обнимашки? Давай. Зеленая жена. Кто у тебя вообще родители нахрен? Халк, что ли? Халки какой-то герой с аниме. Обнимашки. Я тоже тебя люблю. Ну, ты, конечно, немного воняешь, а тут зеленая. Ну, все же, ребята. Поэтому нам и нужна кровать. То есть, как видите, тут написано work money, то есть деньги с работы. Это твои семейные деньги. Зачем они нам нужны? Жена прям меня очень сильно обожает. Я очень этому рад. Но, ребята, зачем нам нужны деньги? А затем то, что мы можем купить себе семейный дом. Да, ребята, семейный дом. То есть, что нам нужно взять с креатива? Нам нужно взять железный топор. Выкидываем его на землю и выкидываем один алмаз. И смотрите, что у нас получается. У нас получается хаус-дилер. То есть, это торговец домами. Мы нажимаем, сейчас давайте вот это клонируем, нажимаем на него, и мы можем купить Family Home, то есть семейный дом. Если вы сможете накопить 20 алмазов, то есть семейные деньги, если вы сможете это, конечно, накопить, то вы сможете, ребята, купить себе дом, настоящий семейный дом, вам его даже не нужно будет строить, а просто купить. Пожалуйста, поднимись обратно, замечательно. Женушка, ты куда? В туалет захоти... Оу, Ты мирного человека обижаешь. Это же насастый. Всеми любимый насастый. Я не знаю, что они поделились. А может, это любовник, твою мать? Может, это любовник, и ты меня просто обманываешь? На тебе любовная жопа. Я тебе даже пну, жена. Или я не могу его убить? Чё-то он не хочет умирать. И у меня просто лагает. Не знаю почему. Я тоже заинтересован, но, в принципе, не сама суть. А что нам дает дом? А как бы это странно звучало, но home, то есть family house нам дает семейный дом, да? То есть мы нажимаем и смотрите, что у нас спавнится. У нас спавнится настоящий дом за одну секунду. Это, знаете, даже какая-то новая рубрика, мол, как создать дом, как построить дом за одну секунду. В принципе, дом пустой. Жена, харе там пинать прохожих на улице. Какая-то нафиг, не знаю, возбужденная жена. Давай иди в наш дом и будем тут вместе жить. То есть дом полностью пустой, это вам дает фантазию на то, чтобы построить и установить и поставить тут все, как вы хотите. То есть, допустим, тут сделать прихожую, поставить еще одну вот тут стену и тут сделать кухню. Кухню. Тут, допустим, не знаю, спальню для детей, а тут свою спальню. Или тут туалет, ребята. Стройте, что хотите, это вам...
дает, в принципе, кучу фантазий, кучу пространства для мышления, да, что вы хотите построить. В принципе, автор даже это продумал. Но что нам нужно, ребята? В первую очередь нам нужно поставить две кровати. Зачем? А затем то, что вы сейчас можете делать детей. Да, что нам нужно, чтобы сделать детей? Нам нужно два этого и два этого. То есть два типа шерсти. Мы выкидываем голубую шерсть на землю. Вот смотрите. Ну поднимись, пожалуйста. Я понимаю то, что ты очень сильно любишь лагать. Ну поднимись, пожалуйста. Во, круто. И если вы хотите сына, то вам нужно выкинуть голубую шерсть на землю и смотреть, что у вас получается. У вас получается, ну, сыночек, спавнер сыночка. А если вы хотите девушку, да, то есть девочку, то вы выкидываете розовую шерсть, и у нас получается яйцо призыва девушки. Девочки, да. И, в принципе, как их нам заспавнить? Чтобы заспавнить мальчика, нам нужно кинуть вот эту шерсть на кровать. И у нас через шпили-вили появляется зомби-сын. Ребята, может мне найти какую-то нормальную жену? А то я вроде нормальный, здоровый человек. Ну, не в реальном времени, потому что вот как раз мне сейчас хреново, но в Майнкрафте, допустим, я здоровый человек. А поженился на какой-то анимешнице-мутанте, у которой родители Халк и хрен его знает кто. Ну, допустим, ладно. Допустим, это у нас сыночек, это у нас няшка-девочка, да. То есть дочка. Сын и дочка. И, в принципе, они будут тут жить, будут вам мозги клепать, будут просить деньги на школу, на еду и многое другое. Поэтому подумайте, ребята, перед тем, как создавать кучу детей, нужно ли вам это или нет. Но! Самое хреновое, что вам нужно делать. Самое хреновое, что, в принципе, вам предстоит делать со своими детьми. Давайте сейчас посмотрим, что это такое. Это, ребята, changing table. Я его ставлю на землю. И подумайте, для чего он нужен. Я даю вам, ребята, 10 секунд на размышление. Если вы, конечно, сможете угадать. Если нет, то я тогда не знаю. Пока я буду брать необходимые предметы, вы можете подумать, для чего это. Ну, кто-то уже догадался? Нет. Может нет, может да. Это для того, чтобы менять им подгузники. Подтирать подсрачники. То есть, как их нам призвать? Если мы выкинем на вот этот changing table одну печеньку, то вы их можете призвать к себе. А если они покакались, мягко говоря, посрались, грубо говоря, нам нужно поменять им подгузники. Мы выкидываем три бумажки вот сюда и меняем им подгузники, тем самым подтираем им подсрачники. Поэтому, ребята, все отлично, дети есть, дом есть, жена-убийца есть, которая до сих пор, наверное, лупит вот этого бедного жителя. Да отстань ты уже от человека, нахрен, ты его уже покалечила, ему в реанимацию нужно, а ты его продолжаешь пинать. Какая... Я развожусь с тобой, я просто-напросто развожусь с тобой, я не знаю, как развестись, но самый простой способ, это наверное, вот это, то есть прощего способа я не знаю, это, наверное, вот так. Вот так разводятся с женами, ребята, кто мне подскажет? Вот таким способом они сейчас разводятся с женами. Это Халк, это точно Халк, это не обычная жена, это Халк. Вот честно вам говорю, это настоящий Халк. Жена, иди сюда, жена, женушка моя любимая. Вот так с тобой нужно развестись или как? Я не представляю. Она знает, она убегает. Если бы у меня мань еще так не лагал, я не понимаю почему. Во! Брак был успешно разорван. Больше у меня жены нету, она убийца. Она маньячина, я просто-напросто не хотел иметь такую жену. Дети, вы уже взрослые, живите сами, паскуды. А я больше с вами вообще никаких дел не хочу иметь. Да, ребята, вот такой я злой человек. Но все же на этом мы будем заканчивать. Ребята, я еще раз говорю, если серия вам показалась какой-то не такой, или просто я запинался, или многое что не то говорил, извиняюсь, но мне реально плохо. Вот вы себе просто не имеете представления. Может, по мне так не видно, но вроде кожа реально какая-то красная, вот нос прям как нафиг внук Деда Мороза. Хреново. Я еле разговариваю, потому что я даже, когда кушаю, я не могу кушать, потому что у меня все болит вот тут. Поэтому, ребята, прошу прощения, но все же думаю, вы меня поймете. Не забываем подписываться на группу ВКонтакте, я уже сказал почему. Также не забываем ставить лайки, потому что, ребята, чем быстрее наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Мне вот сейчас реально нужна поддержка, может я даже благодаря вам быстрее выздоровею. Поэтому, ребята, каждый ваш лайк для меня очень важен. Тем самым, чем быстрее наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Все подписываемся на мой канал, я вас всех приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Я буду очень сильно этому рад. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, не поленитесь. Я от вас прошу только потратить 2 секунды.
одну секунду, чтобы поставить лайк, одну секунду, чтобы подписаться на мой канал. Не так-то много, ребята. Вы в туалет, когда ходите писать, какать, вы и то больше времени тратите. Поэтому 2 секунды это не так-то много. Я скажу вам за это большое спасибо, если вы сможете их потратить. И также выпущу для вас новое видео как можно быстрее, потому что мне будет приятно. Ребята, всем спасибо тем, кто досмотрел видео до конца. Вы реальные молодцы, вы не перемотали, вы не выключили, а досмотрели. За это вам большое уважение. Видео заканчивается, но не расстраиваемся. Встретимся в следующем видео. Когда оно выйдет, зависит только от вас. Чем быстрее, тем лучше. Ребята, всегда приходите смотреть мои новые видео. Видео выходят каждый день, я вас всегда жду. Не стесняйтесь, приходите, я буду рад, если вы придете на просмотр нового видео. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Извините, если что не так, я уже объяснял почему. Всем удачи, ребята, и всем пока.